Привет, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала, с вами диспетчер. Для вас есть интересный выпуск, который я подготовил. Из вас множество людей, наверное, встречали такую картину, что видят перед собой аномальное явление, но не могут заснять. Нет, кто-то может заснять, а кто-то не может заснять, потому что у него камеры нет, а у кого-то есть, но она хреновая, простите говоря за мой сленг. Ну ладно, тут такая картина произошла в чем? Шел парень по дороге. И тут перед ним появился НЛО. Но он от шока стал снимать, а потом бац. А дальше, дорогие друзья, смотрите сами, что было дальше. Я не хочу вас кое-что вам рассказать. Так что смотрим, удивляемся и подписываемся на мой канал, если вам понравилось. До новых встреч. Охренеть, тебе не лень. Это надо же. Что за херня у нас творится на Земле? Это НЛО или что такое? Я понять не могу.